Так, в общем, мы уже возле автомобиля. Пятый год, 1.6 бензин, пробег 158 тысяч, реальный. Цена 1390. Смотрим, что объявление продавец убрал. В общем, у автомобиля подкрашена задняя арка, чуть-чуть подкрашена, но без шпаклевки никто не ремонтировал, ничего. Была произведена замена вот этого крыла. Хозяин сказал, что она была ржавая, поменял. Почему? Потому что было проще поменять, чем делать какие-то, производить ремонтные работы. На бампере имеется небольшое вот такое, ну, можно зашлифовать его и заполировать. Фары не мутные, оборудованы ксеноном. У автомобиля 150 там с копейками пробег. Пороги у нас целые. Ну, небольшое, вот такая маленькая рыжик имеется. Двигатель сухой, не капает ни масла, ничего. По аркам вот эта вот арка подкрашенная. Тоже на бампере небольшой скол есть. Здесь на бампере небольшое повреждение. Арки здесь целые. Но какой-то есть маленький тоже дефект. Так, резина отличнейшая, диски внутри не ржавые, здесь вот на пороге есть чуть-чуть и здесь, ну то есть дефекты незначительные. Автомобиль сам прошел техосмотр, не дымит, не коптит, все четко работает, коробочка переключается отлично, работает кондиционер, вся электроника в автомобиле работает, никаких ошибок он не выдает. Пятый год. Здесь 8-й год, была замена лобового стекла, пятый, и заднее стекло 5-й год. То есть все стекла родные по кругу, кроме лобового. Мы согласовали его по видеосвязи с клиентом, решили приобрести этот автомобиль, потому что реально за эти деньги автомобиль очень стоящий. Сейчас пройдем по внутренней части автомобиля. Так, по внутренней части автомобиля смотрим. Состояние карт просто шикарное. Состояние общее автомобиля, сиденье, состояние руля, состояние педалей и общее состояние салона. 158 тысяч соответствует пробег. Там есть сервисы, которые подтверждают оригинальность пробега. Здесь водительское сиденье не протоп, не просижено, вернее. Смотрим, вот даже полоска, вот эта фактура же не вытерта. Рычаги, все элементы управления в отличнейшем состоянии. Рычаг переключения передач не имеет абсолютно никаких потертостей, он не менялся, это оригинальный. Там все кулиса, все в хорошем, отличном состоянии. Ручник тоже тут, все нормально. Потолок не обвисший, задние карты тоже не затерты. В общем, автомобиль в отличном состоянии. Отсутствует шторка. В общем, согласовали мы автомобиль с клиентом, вся информация ему была передана. Сейчас оставляем залог. Уже получили транзитные номера, оформили всю документацию. Ford 5 год, 1.6 бензин. Был куплен клиенту за 1350 евро, еще пока без номеров. Сейчас мы их прицепим. К концу недели он будет отправляться на растаможку. Отправка Форда будет происходить. Уже его погрузили. Цена данного Форда 1350. Дотамаживают документы. И отправляется машина нашему клиенту. Таможенный терминал в город Луцк. Берет уже растаможенную машину у брокера. Потом дальше поедет с сертификацией и постановкой на учет.